вы серьезно? У вас вагон на второй строчке по ДПС? Да я вообще не знаю. Какой вагон? Я вагон, блин, на второй строчке по ДПС. Меня показывают на третий. Чел, ты в трэш дамажишь на ретрике. А с чего ты взял, что ты вагон? Потому что, блядь, ты сделал, что ты стрэш дамажишь только же только соло цель. Это потому, что я на тебя МК кинул по привычке, я думал, ты приз. Блядь, я не на присте, забудь, что у меня приз сейчас будет. Там Юти зайдет вообще в игру, нет? На варе? Не знаю. На варе нет. Ухильте, блять, медведи. Я буду спеть. Корт, сегодня у вечерников будет интересная арка? Я не знаю, сколько. Никто не знает. Я бы в ОК сходил. В ОК КД, в ЭФ КД. Нет, другое око. В хаямку, что ли? Так, доктор, бро, ты слышишь? В дискорде плюс поставь. Ты бафаешь кулаки. И... Так, а я на касках, да? По-моему. Да, ты на касках третья аура, доктор, бро, кулаки, прото аура. А этот... Дай докушать, я все равно. Патрик, который бафнул кресты, будет держать лед. Что-то у меня тортик не дамажит. Чего должно дамажит? Я не про тебя, про этого. Про питомца. Ой, нарываешься ты, Радвар, ой, нарываешься. Я ее специально немного подразнил. Я понял. Она молчит, короче, ничего не говорит. Подворачиваю большого, сначала мелкий заливаем через паука. Паука все бьем. Мишка, ты в дисе? Да. Мелкий втащи большого, уйди из-под лица. Тонкий мелкий флот. Видите, большого. У меня сейчас 4 паладина на первом месте в рекаунте. Если один из них я, то этому рейду капста. А ты вагон сейчас раз сказал. Я вагон. Ну я не, я на сложный способ могу на креста. Спрашивайте там кто-то, друзей, вас слота, желательно и ДД. Короче, добивайте трэш, я пока ищу этот новый строить этот дом. А зонтик не пойдет? Он собирал РС. А чё бы Локи не залить? Вон там куда тоже посыло, не ночью. Там ещё Карина собирала свою кафочку. Блин, слушай, Торкис, они сейчас все такими темпами будут кафочку закрывать. Мне вообще не с кем будет идти. Смотри, сейчас Карина.
завтра бой. Некогда идти закрывать ничего. Поэтому там делать в начале недели. Сейчас, в начале недели. Ночными рейдами, что ли? Ну вот я, допустим, у Лёши заранее узнавала, могу ли я ходить с фугами, а не в гильдии, я с рабочком собирать. Она не разрешала. А с кем хочу, с кем тоже не разрешила. Кстати, через две недели на сколько будет места? Угорели или это что-то? Нет, я говорю то, что я через две недели уже соберу шапку. Мне не разрешат древних людей собирать по 100%, не сидят с пугами. Это вот прям 100%. Вообще, Лёша против, чтобы Лему собирали эту шаэмку. Это уже моя инициатива, поэтому он точно будет помогать мне. Мне просто жутко интересно, как Элена будет. Ну, к любому кажется, что мне это твоя капнется. Ну, тысяча две. Так точно. Да, ну да, он примерно 2000 апой. Для пугов. Короче, идите, покурите 2-3 минуты, я пока ищу. Вот. Их забавная такая штука есть, они ДПС мерят на трёш. Ну? Я отойду. На ретрике. Редвар, мы же в пугарейде сидим, всё. Тут ещё ХПС мерят, у кого больше по циферкам. Когда просаживается в рейде одна-две цели, мне один раз хупал такой, пишет, говорит, что-то, говорит, у твоего рестер-друида маленький ХПС. Я говорю, что, что две цели просаживаются? Ну, это за... Рыба у кого-нибудь есть? Стоит рыба. У меня питомец хавать хочет. Убью. Так, у нас вара ни одного в рейде. Смотрю, возьму Армса. По-любому, наверное, думаешь, как не да? Вечером, кстати, хотя бы сидите. Она просто под тебя встанет на это, на перо. Все. Вот, а как у тебя РЛ-ка оказалась? Скинь, хоть ассиста. Ты сдохнешь на Аларе. Дай ассиста. Хуй знает. Вообще. Че за бред, блядь? Этот сервер хочет, чтобы РЛ-ом был Войт. Ну, походу. Алина, ты тут? Где там Утя? Че и Утя? Ну, Ути нету онлайн просто. Ну, я еще поищу слот, пока все равно курим. 15 минут есть еще пульнем. Так, Арнтрас, ты в Дисе? Так, японец, сказки там пока бафы. И дайте шкаф, присуманьте вара. О, точно, я шпал. У меня остался только вар, которого нет. У кого там стоит тотем силы земли, вы можете его убрать, ДКшники в Гордон кричат. Не понят. Дуют. Протон. Ча. Подойди сюда поближе. Не. Скорт вару. Пожалуйста. Я так один раз в детстве подошел, а мне конфетку не дали. Да берите еще пуга. Так я ищу. И все, хорош. Питомцу подойди, я тебе кое-что покажу просто. Где ты там? Ты на ханте, что ли?
Да, да, видишь? Я не ебу, как у тебя ханта зовут. Ближе, блядь, ближе к боссу подойди, и увидишь этого питомца. Где? Босс твой питомец? Бля, питомца не видишь или чё? Вижу, вижу. Вот так, смотри, можешь так двигаться? Конечно. А, нет, у меня кнопки другие сейчас стоят. Если у тебя кнопки другие. А у меня типа влево-вправо, он сразу же влево-вправо пишет, понял? Чё-то я смотрю, там и Карина не может уже сколько лас слот добрать. Имеет ли смысл? Давай с гильдии кого-то, ну-ка подтягиваем. Но видишь, вы вдвоем тоже с гильдии, в гильдию хуярите. Как вообще вот так рейды собирать, я не понимаю. Вон ДК 254, погнали. Сумоним ДК. Ловим и лови. И даем по нему бафы. Масбафы там, задите еще раз лапу. Сейчас присумонят, подождите. Что вы тыкаете? Так, что у нас тут? 24, вообще заеби. Где есть 24, да? Угу. Давай сейчас дадим там 30 секунд ему зайти в дис. Я пока чекаю на присутствие. Бафы распределили по один? Да. Ну вот вар не подтверждает. И шаман. Я пастырь, ты тут? Пастырь тут. Вар. Тут. Это вар сейчас сказал тут. Пастырь. Не, вар не тут. Чё вы там крякаете, ёптать? Вы можете нормально сказать. Пастырь это был. Я понял, всё. Без вара можно начать. Ещё раз чек. Давай. Короче. Каждым как. Разберемся, как будет ролиться. Вар тут. Четвертый пати шаман принимай. По отсчету ебаш. На пол и звезду. От босса все, кроме хантов. Геру. Вот кто там стоит на ренже шаман? Нахуй ты там кастуешь, зайди под босса. Тут дальше зайди. Зайди во фрейм, в круг красный, ты будешь ловить лучше. Смотрим вихрь 6 секунд. Пойду каст разбегайте. Разбегайтесь. Слишком далеко не бегите, чтобы вас прохиливали. В лужах не стоит. Шипы сразу бьем. Также во фрейм становимся быстрее, быстрее. Ебать ДПС, на. Я даже у меня пока скрит рекаунт. Я буду пусть босса смотреть. Это за лупа, а не ДПС. Сами сыграли. Не, да я говорю, я могу на креста зайти. Плюс 20. Ну, средний левел 250. 260 так пару тел. Я уже знаю, насколько боссов в игре.
что свихрь будет готов шипы разбить. Сбегает. Подороже уходить. Три кольца у меня как-то падало, прикинь. Бо, ешь? Ну? Ага. Все, добивайте, босс. Не бейтишь. Забираю. Мой лок на 9-м месте. Осколка нет. А ты можешь в этой осколке видеть? Нет. Ладно, если что, я тебе скажу, ты там передашь лутера. Давайте, идем на трэш. От помощников все отходим. Милики не бьют их вообще. Танк к левой стороне лестницы подведет. Мы стоим справа и далеко. И бьют только ЭДД. На лестнице бить не надо, они там и выйдут. Инканите еще раз в Дискорд, пожалуйста. Ну, блядь, там ДК... Так, снизу ты говоришь, да, бить они будут или как? Не-не-не. Сюда тяните. Тут надо для тупых. Тут надо для тупых. Вот смотри, рейд и звезду идите. Я же сказал, помощник с левой стороны лезет. Они, смотри, они с трех сторон встали, окружили. Звезду съебитесь. И там свои тотемы ставьте. Просто поднимется моб и убьет все. Не хочу орать на людей раньше времени начинать. Ну, спокойнее. Вот кто там стоит? Арнтас, блядь, отойди нахуй оттуда. Ретрик, блядь. Какой Ретрик? Я сказал, Ник. Он не в дисель. Не, вроде услышал. Сразу же убегать. Все, помощника убили. Смотрим, ученика бьем пока что. Что-то мне кажется, будет рейд веселым. Ну подожди. Так, звезду туда вдвоем. Тихо. Звезду уйдите, еще одну. А, ну, давай, я думаю, снизу, ладно, давай. Для нашего господина нет ничего невозможного. Я понял. Ой, я под баблом. Я под баблом. Там милики, ученика можете вам справа на лестнице бить. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Короче, пока не поздно, напишите, кто ролит на офспек. Я на танка, ты знаешь. ПМ, мне в ПМ. Так, справа пулем аккуратно. Желательно без помощника. Вниз спускайтесь. Танки. Играйте через больших. Видите, другие-то лучше. Блять, сказал играть через больших. Чего вы переагриваете? Проклятие, умеем диспелить само? Да, я диспелила, пока бедный просто прокрутил. Это мага, ой, с этого друида просто маг уже срывает игру. И пончик ракал. Кто это сказал? Ред Бартыш, что ли? Господи! И я молчал, вообще ничего не говорю. Тут еще что ли? Хильте, хильте, ДК. Играйте через больших. Кто-то он обещал так 8к.
Да, чё, ты кашель хороший, чё подзор. Ладно, покорим так. Скулили, череп, крест, лови, отводи. Сава. Там как не застаю. Так, череп в контроле, никто его не трогает. Никто не трогает череп. Вот, ближе, ближе. Диспель, ДЦ, магию со всех. Вон там на роге эта хуйня висит. Диспель. Смотрите, там контроль продлите, если что, на череп. Милики не подходят. Кто умер, не ждите, рез, вставайте, бегите. Тут портал вас сразу сюда. Просто помню. Чё воют не забираешь-то? Или ты АФКшишь, что ли? А, блин, вы добили его уже. Да не, просто медведь там пытается один убежать. Ну, всё, нахуй забирает. Я пошел трэш посмотреть. А чё они на япончике-то лут? Чё, питанчик нормально. Или ты решил себе забрать? Угу. Ну смотри сам. Короче, чё, в два танка справитесь тут на бой? Жадина. А тут два и надо. Третий, ну, мало ли. Ну мало ли. Как это бывает. А то медведь вылетит там, например. Все будет хуёво. Короче. Ставьте рыбу. Кто-то. Что есть. Могу дать голды за нее. Ребаф эти там кто падал, миликов. Сейчас скажу кого. Паладинов ребаф. Рыбу поставили. Так. Про тауры нам что-то не хватает. Мой первый раз в жизни сейчас расскажу. Дайте пристабаф. Сейчас дам. А так далее ж пристабаф. Ред ауры на прото. Смените. Хуй знает, у тебя весь рейд без пристабафа. Ладно, хуй с прото-аурой, короче. У прото есть ауру. Ну, знаешь, баф просто уехал. Не хочу это начинать, но начинайте делить по таргету, пожалуйста. Короче, шаман, сейчас я посмотрю шаманов, какое будет хилить танков у меня. Я пастырь, ты приором хилишь танков. Второй шаман по рейду. Все готовы, если что. Давайте, поймите Геру с пула. Как вы смеете строить священные покои? Это место. А че тебя мой вагон опережает? Давайте, РДД справа, милики слева. Играйте по трэш. В луже не стоим. Приверженцы справа, милики дольете. Там щит. Контроль шаман дал фиг. Выклятие диспельте. Приверженцев милики, это ваш моб. Он щитом. Смотрим, трэш 3 секунды. Уходит трэш. Приверженцы первым убиваете.
хантук контроль. Он вил нормально. Войда прохил, бля. Фанатика с рейдом. Все, ДД играйте в босс. Так, сейчас трэш будет. Я дальше босс еще пробью. Много еще маны. Бейте трэш. Я трэш буду. Все, РДД, играйте в босса. Заевейжился моб, иду его под босса. Да, да, давай. Давайте активней, шаману дайте контроль. Бьет в милитон, да. Так, все, сейчас босс переведется. Стопнуть урон, дайте ДК набрать агро. Духов ловим, похуй. Хуярьте. Все, бейте, на пулы там ждали. Духов можете надвигать. Пока не парься, full storm ярости набить. Расскажу в таунт. Совет, дайте контроль быстрее. Ладно, вроде страховку, да. Дайте сальву попросите. Семь миллизон так насрать на духа. Понимаю, да? Ты понимаешь, сальву что духи... Сальву ШП. Духи... Да, я стану чё? Не догонишь пока. Да не пол столба. У меня уже дебафа нет, вот я забрал. Ну всё тогда. Ханта не видите? Тут скоро сорвёшь, агро. Подключение. Там вилки, вилки. Нормально, выживем. Хуярьте ему, хуярьте. Все, все живем, все. Как хуярьте? Тут в обычке вообще похер на духа. Ну я же сказал изначально, на духа хуй забейте. Меня здесь с ДБМ снимают. Так, давай лутера. Сейчас. Собирай. Да. А я что-то через портал больше портоваться люблю. Че вы, блядь, на лифте идете, хуй знает. Ну да, не знаю, зачем от лифта пацаны взяли. Забирай назад. Че, бьем этот трэш? Сразу 4 плюса, кто умеет пушки. Кто умеет? О, я умею. Мне обычно много домогает. Личик, жмых, ревалтер и черную ночь. Маг будешь летать. Поставь меня на пушку. Я назвал Ники. Поможешь трэш побить на себя. Слышишь, надо как-то начинать Геру собирать с пугами. Там осколки-то по баще падают. Ну, пока возможности нет. Я хуй пойду с пугами. Ну, что, блядь. Ты боишься, боишься? Я же хуй пойду с пугами. Рудвар, ты боишься? Я знаю, ты, просто что ты за... Брутальный.
Да, на леди, что будет, я тоже догадываюсь. Надо просто нормальных пугов найти. У тебя рейд закончится на втором боссе, нахуй. Ты раз 10 нахуй упанешься и скажешь, нахуй мне это надо будет. Правильно. Все так и будет. И в итоге, если тебе повезет с первого босса осколок полутать, все, на этом твой рейд забудет. Не слушай его, Войд. Да, я любитель дизмарана. Слушай, собирай нахуй, иди. Ну слушай, пианист собирал же до рейда, когда не было. Пианист собирал, нормально проходили. Ну как бы ладно, через каждую неделю. Нормально плохо, нормально плохо. Нет, одно дело, когда у тебя, да, там половина гильдсайтика, которая знает, что делать. А другое дело, когда у тебя все погибли. Так, еще раз в пушках Личик, Жмыхарь, Валтер и Черная Ночь. Кто забагает пушку? Но. Косарь ГП. Берем все ранец. Я 100% знаю, что этот как его японец, нахуй вагон. Еще раз так лучше. Берем, надеваем. Ты же согласен со мной, да? Ах, хуй знает, а, блядь, не реагирую никак. Правильно, не реагирую. Медведь тогда у нас на корабле. Я просто знаю, что ты дурачок. Войд летает туда, на Мурадину. Ну, все логично. А ты чё мне, кстати, это, зов-то не купил? Ты чё, бичуешь, что ли? В смысле, у меня есть колда? Нахуй нужен? Ты мне, блядь, зов предлагаешь купить? За 40к, когда мне чешку, блядь, предлагают купить, нахуй, намного дешевле. Ты нормальный, блядь? Блядь, стандартный ценник. Чешка уже нормальная. Блядь, причем намного лучше. И при этом она дешевле, я... понимаешь? Чтоб ты понимал, я ЛРЭ за 50 продал. Продам зов за 20к. Продавай. Она еще падает, блядь, раз в год, нахуй, этот зов. Хуй знает, у меня в каждом рейде падает. Йоу, все ружейников, РДД. В твоем рейде только сундуки проебываются. А потом ты пишешь... Это, блядь, да, вот это реально было. Вот это подстава была. Прям реально обидно. Готовимся, заморозка сейчас будет. Выходит маг, полетели слева. Не прыгаем там, где Мурадин. Дальних убиваем? Да, остаемся тут. Так, цепуха, смотрю, летит с того корабля. Танков хилят цепуха обычно, да? Или нет? Ну, шаману виднее, видимо. Точно хилить. Боль. Стоим тут, пока не перелетаем. Ждем следующего мага. Ты, скорее всего, до конца простоим. Бля, люблю этот. Разряжайте пушки. Давай это, слышишь, японец? Mm-hmm. Кто больше ДПС на орке даст? Окей, сейчас за приста зайду, блять. Блять, я на лара зайду, ты все равно обхакаешься. Хуй! Хуй! Я, блядь, тебя уже 3 раза обгонял в рейде. Это только те разы, так, которые я только... Так, тихо, наверное, после этого мага мы отлетим отсюда. Шэм себе, блять, сделал, а ДПС он был лучше. Да, этого мага убиваем и улетаем. Уже по Войду нормально чуть летит. Или стоишь, Войд? Ну если 4 хила начнут хилить звездочку, блядь. Просто я смотрел на твои хп там, ебать тебя просаживало. Короче, улетаем. Давай посмотрим, улетаем. Что нам не висит. Улетаем, быстрина. Улетаем. Там шаманы себя, блядь, прохилить не могут. Улетаем. Хули, ходать надо. Обновление кидать, щиток. Тут трэш скопилось много. Убиваем на нашем корабле тоже.
Че, япончик, будем спорить на голду, нет? На голду? Тебе прям нужно хакер заняться, да? Разряжайте пушки. Перелетели. Все, и стоим до конца. Лучше хилим Войда. А тут вообще не пробивает пока. Ну там 300 сколько. Не обнулились. Просто хули одной цепухой хилить, смысла-то нету. Ходки двоит не навешал. Сейчас ну, вот вроде повешал. Пойдем. И там, видать, мельком кидает так обнажение. Остановления не вижу. Да не, я просто смотрю там на хп хилов, они сами проседают окружение. Нихуя вот так. Ладно, нормально. Все, стоим до конца. Сейчас будет заморозка. 3 секунды. Разряжайте. Еще 16 тысяч, ну блять. Мага сносит. Интересно, может кто-то ДПС кинуть слышит? Да, могу. А можно в общий? Можно. Смотреть не. Эх, не успела последний пик. Пущи. А чё, япончик, давай на 5к нахуй. Не, давай, знаешь, как поспорим? Короче, если я сейчас захожу на приста... Нет, ты не можешь заходить. Я выше тебя, то я забираю волю, которая падает, и я ее распыляю. Не, воля нахуй не нужна. Так. Я знаю, что она тебе нахуй не нужна. Но каску, при таких условиях я согласен. Каску, ребаф. Давай тогда по-другому. Да. Ты заходишь вечером к нам, блядь, в мейн состав. Я и так вечером пойду. Если ты обкакайся, ну, в смысле, если я больше дам ДПС, и ты мне за место пятерки десятку отдаешь. Мальчик, вам надо. А давай тебя сразу же нахуй пошлю. И зато мой ДПС увидишь. Не флудите все подряд, и у кого колонки, блядь, не жмите одновременно микро, пожалуйста, когда кто-то говорит. Говорите там по одному. Ху понятно, что вы хотите. Давайте, начало боя, минуту. ДЦ, кинь по мне поездку, попросит. Пожалуйста, после Геры. Обновите каску по всем. 50 секунд, блядь. Бафа. Типончик, рожай быстрее, 30 секунд, блядь. Я не успеваю. Короче, лох застал, я понял. А кем ты Редвар играешь? Магом. Ну, вроде по всем обновил. Так, у кого на ребре было меньше 8к, в трэш тут же свечи. Без разницы, роговые, не рога, поебать. Ну да. Первый на пол из звезду. Забудь ДЦ, после Геры поездку, не сложно. Я себе по-моему сделаю, господи. Пошла Гера. Отбирал мне как-то на шамана, да. У нас прист вылетел, что ли? Ну да. Ну и чё? Ну и ладно, мы и вылетим. Трэш свич чем? Никто не лутает сундук. Пристав рисунами. Сейчас трэш 3 секунды.
фронта заходите хорошенько с меткой. На норде метка, да. Держите. Кто с метками, можете в трэш не бить. Давайте больше волны. Трэш 5 секунд. Алиса, у тебя ты доспех есть? Нету. Аккуратнее на хилах, трэш. Выбирайте. На трэш же гнев небес работает, правильно? Ну, это вроде. Или нет? Чё? Это же, ну, кто может. Это? Демоны вроде. Это не демоны. У меня же, по идее. Животное. Головы, да? Грязное животное. Я вот и расстраиваюсь, что тут трэш не ваншоты. Так бы хоть били его. Только тут а заходите, ханта заходите. Тебя, шамана, хиль. Шамана, да. Да они тупие, тупие. На ману, значит, гимни боните. На хп читайте. Дарк на хп гим дай. Добивайте босса. Трэш не бейте. К сундуку не подходим. Так, смотрим, чё по урону. У нас есть в конте, нахуй, почти 11к дал. А сколько общий? Общий. Ты на своем ебучем конте только на одну строчку от моего вагона отошел. Фриск тут, все, открывайте сундук. Рядом с матерью и предками. Смотрим урон в трэш. Воля упала. Да. Я хуй знает, распыляй ее. Что там, упала воля, что ли? Да у кого я фоню? Блин, пожалуйста, поставьте на кнопку. Давай, сейчас смотрим. Сука. У кого? У кого просачиваются звуки через Дискорд, блядь? Сейчас мы тебя найдем. Реально заебало уже, сейчас замучу, ребят. Так, паладины, давайте там под баблом по фастику портал нам организуйте. Может, это упростит самое. То, колонки хуярят. У меня наушники, не надо пиздеть. Давайте я попробую, скажи параллельно со мной. У меня тоже наушники. Да, говорю. Нормально. Говорю. Мне кажется, нормально. Это уводит. Давай я тоже. Раз, два, три. Так, у нас как-то паладин отъехал. Его, наверное, чего? Поджарило, да? Ну, паладин, заходи в инст, портался. Шаман тоже. Да не пожарится, решили, блядь, все не могли. Вот. Захотел, блин. Чё? Вот, читал? Чё читал? Ничего не читал. Дырочку. Так, кто бежит, блядь, на центр? А, это NPC. А так, где читать-то, я не знаю, тут прыгну. Лут, всякая параша. Блин, лут. Поэтому. Хз, прокрутилось у меня, я не вижу. Лут по времени, через 2 часа, кто там волнуется. То вы, знаем мы вас. Ну. А, это пароль. Я видел. Пароль я надену, блядь, и ливую с рейдами. Если им не упало.
Давай, ну, идем. Нам еще нужны, да? Да. Будет нормально, люди, короче, ПМ отдельным окошком ставят. Но я к ним не отношусь. Да, я, кстати, тоже из хуёвых. Потому что, друг, ты АПК, а тебе написали, и ты приебал. Да и бог. Так, так, тут пастырь поставь на резист, там, от сил природы. Чтобы он тут стоял уже. Беготня. Вроде спей, либо льдак. Давайте через толстого уешь. Аккуратнее вальку не ставь. Минус 100. Мне тут говорят, блять, воля на хантах хуяно зайдет. Видимо, воля моя сильная. Кто тебе это говорит? Я, кстати, тоже от ДСП кости, чё? Ты это брось, что говорит? Да не, локу отдавайте. Так, ну мне написал ДЦ то, что он ролит на ДД, и япончик ролит на танку. Больше мне никто ничего не писал. Надо писать, да, если ты на офспек. Да, конечно. А если на мейн роли? Ничего не пишу. На мейн, то ролишь, да. То есть, если вы ничего не писали, то вы ролите на тот спек, в котором вы сейчас идете. Капитан, сразу, для особо одаренных и умных на два спека у вас не получится полутать. Черт. Черт. Я так хотел одеть продажи ПМ. На два спека. Я так планировала Редвар на три. Ну да ладно. А четыре, это четыре, да? Я знала. Серьёзно. ПВП, ПВЕ. А ты чё так разозлилась? У меня рыбка солёная есть. Слышь? Нет, не буду. Я говорю про то, что тут инфа немножко к размышлению есть. У нас на данный момент 4 хила, которые, я думаю, не захилят собаку зеленую. Зеленую нет, конечно. Так, у нас один танк пулит правую, никто туда не идет. Стоим все под собакой. Блин, кстати, у меня еще ржаной хлеб есть. Преследователя, блядь, доту. Который нас не следует. Кидать карту. Даем танком собрать, а потом ауешь. Даем гнев любез. Кстати, блин, чтобы я нормально дпсил, кидай мне озарение, фана. Чего? Вон хилы прохаживает, я лучше им кину. Крестик. Аркан маг есть, можно аркан магу. ДЦ вроде тут. ДЦ тут, плюс они крестик. Да я вижу, у него мана идет. Путом. Не мешаем. Ну, главное, чтобы в Дисе был. Да был в Дисе, да. Просто мы на собаке обосраться можем. Да тут он был. Был в Дисе. Сейчас моя ленточка упадет. Ну, ленточку можем сразу разнуть. Стойте там пока. Подождите, подождите. С этим маном. Разролим ленту. Разролим ленточку. Это моя ленточка, пацаны. Там можно уже ролл кидать? Кидайте. Нет, кидайте. Вот только сейчас кидайте ролл. Давай я тоже кину. Ну, хорош. Опа. Продам. Продам. Продам ленточку 5к ПМ. Вот этого так. Петуха бьем. И, короче, на собаку готовьте пукан свой. Потому что там будет очень жестко. Хилы все тут, вы в курсе, что такое зеленая собака? Кто сразу на розрол, кто первого ралливает, тот забирает две, да?
Давайте приготовь чек на пул. Чек на пул. Боешку, по-моему. Ставлю на зеленую собаку череп. Хилы, ход и тирейт уже. Под первое я дам незыблемость. Просто ход и хотя бы магов, локов, чтоб не сдохли. И на хилов тоже можешь обновление кинуть. Что делать мне? Я гимн дам на второе. На вторую гимн, да. На первую гимн даст Dark BMW, ты тут? Он, по-моему, на 40 ПК дал. На первом истреблении дашь гимн на ХП. Готовьтесь, скоро будет первое истребление. Интересно. Дал незыблемость. Давай на ХП. Отлично. Чудо. На втором будет посложнее. Аура на чё там? Чем он бьет? Тимур, да, природы. Тотем на природы ставьте. Скоро будет второе истребление. Стоит там. Приготовь. И долги. О да, мы выжили. Я вам даже духа поменял за этого выжили. Да у нас стоит тотем, смысл. Не синий ДПС, экзекут прикат. Ладно, пошли тогда. Это испытание мы прошли. Значит, там, там боец. Короче, предлагаю быть. Так. Первую заявить, дать Геру. Погодите, погодите. Начать сносить вторые, со второй спора. А куда все побежали? И после первой гнили стоять до конца и дамажить. Тогда нам, по идее, хватит ДПС. Предлагаю сделать так. Как хотите. Ну, попробуем. Ловушка. Сзади идем, танк хилим. Я понял, я не Пирокарп, ты дает. Ты что, одного моба нагрел? Двух. Двух. А ты вообще аркан. А чё, арканы не ауешат, что ли? Так как я уешил. Ебать, япончик, ты ещё с воятелем бегаешь. Ну почему-то не могу метки ставить. Ключевой поставь, пожалуйста. Тут у меня аддон багает. Не дает ставить метки. Уж релоут. Мне на сову. Че релоут эти шумы поможет. Да, релоут обычно помогает. Метки. Там как какой-то пишет, какой-то аддон не дает. Типа, а что ты хочешь? В разные, да? Ну, куда выносить? Ну вот. Кружок, звезда и одна под боссом. А, ну да, релоуд помог. Так, короче, шаман с тотемом на резист под босса, ставь их, чтобы доставал его до всех. Так, чё будет, кто ставь. Будет? Ну давай вот так. Пастырь, ты на танках. Когда заберет, кто будет? Можешь медведь первый по танке? Не, зачем? Ну надо. Зачем? Ну смотри. Когда заберет, танк, медведь, когда заберет медведь, его прям вообще просто оверхиль. Да, 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 я знаю. Он заберет держи... после меткой. Там да, надо будет сначала меткой. Хилить рейд. Незыбко буду. А потом так. Уже его. Короче, я пастырь, ты вот на вас какие метки стоят, шаманы, вы в те метки встаньте изначально, и все РДД от них отойдите. ШПшники, ханты, вы стоите на дальнем круге, на максимальном рендже. И кто не знает, там ШПшники подгнили тучку жмут, они не сбегаются. Кому еще что по тактике рассказать, кто что тут не знает? Одну в миле, две в РДД споры выносят. Ты... А кто-то стоит в печеньке сейчас, это хил? Пусть лучше там... Ну, второй шаман. Ты можешь в середине встать. Я побегаю, вот кто... мистер Друид. Я просто захилу. Ну смотри, главное, чтобы с вами никто рядом не стоял из РДД. Ладно, короче, блядь. Шаман, кружок, встань в кружок.
дружок. Чек на пул. Все, вносим в них. Я тебе скажу, Арису. Одну так, в звезду выносим, одну в печеньку, нет? Одну в звезду, одну в печеньку, одну под босса. Отлично. На первую мы даем Геру, и первые споры мы не сносим. Мы сносим только вторые. Ты хочешь сбежаться под босса сейчас? Нет. Я просто хочу продамажить под Геру. Но мы потом соберем споры на гниль. Все равно. А, ты говоришь, не сносим, это как? А если они будут все под боссом, их надо вынести? Ну, если которые будут, я только хотел это сказать, да. Если будет в миле две споры или три, вы их выносите. Чтобы не было много урона по милизоне. Следите за этим, я скажу все. А, можно, пожалуйста. Чё, Шуман, говоришь? Побав. Побав дайте. Критобав, по-моему. Да. Даю отчёт. У тебя очень плохой микрофон, непонятно, что ты говоришь. Давайте, Гера. Нормально стоим. Да вы стойте, я прям скилл. Это я щит земли на себе не наблюдаю, так и должно быть, шаман. Пастор, я тебе сказал, на тебе танты приором. Я два щита земли кидать не могу. Все, тихо, тихо, выносите одну из миль. Череп, беги в звезду, блядь. Вторая в круг. Ну, бля, вы чё, тормозы? Все понятно. Логично же, что из мили надо вынести направо, а которая ближе к звезде идет туда. Клок, можешь ближе к середине? Потому что я не достаю. Так, все, ладно, тихо. Идите внимательно за спорами на себе. Выносите нормально. Все 5 хилов хиньте воина. Или пиздец вам. 2 хила блюют. 3 хила блюют. Хиньте одного танка сейчас. Квадрат, беги в круг. Квадрат, беги в круг. Чё? Блять, зачем ты вышел делаете, из милизоны, череп? Нашел. Тихо, сейчас будет гни. Решил помочь, а сделал только хуже. Прожались. Кто умер, тот рак. Он не сбегался. Давай резать надо ДПС сюда. Пока тут ресы и ханта. Навин ресы. А, ну шаман встал. Прохильте шамана. Оба 6к ДПС, по-моему, нам надо будет сносить вторые споры. Пока стоим. Вынести одну из мили. Он крест отойди чуть назад. Забирай рис. Хильте не медведя. Кил по рейду, блядь. Он чё пиздец вообще. Просто пылишь мод с этого босса, никому не надо. Давай, Инна, тебя. Ну, вот я говорила. Блюют лишний, я в милизону иду. Ну вот эти два тела, вот которые сдохли, Синдай и Глазовый Шаман, нарушают рейд. Там у тебя еще черная БМВ. Старт БМВ, долбоёб. Хильте медведя. Я извиняюсь, но сыграл ты плохо. Отвиньте лопу, пожалуйста. Я не знаю, как ему объяснить. Я не достаю. Сейчас забираю. Всё, бой дохилим.
Ну, одну вынести из мили в круг. ДЦшник зубы забросил. Ой, блядь. Вот на ком сейчас была эта метка? Ладно, я посмотрю потом. Есть зубы для лица? Здесь нет, да? Есть у него зубы? Сейчас будет гниль. Танк, секунды. Кто это говорит? На кого тут еще зубы можно кинуть? Верса 25 секунд. Добейте 5 лямов, пожалуйста. Да мы не добьемся. Бейте, бейте. Добьем, добьем. Секунду в секунду добьем. Значит, смотри. Волтер в дисе, Дербо в дисе, Антрас в дисе. Плюс евреи. Баблы есть? Бейте, не разбегайте. Готовьте бабл. Дай зубы. Давайте бабл, а давайте да. Бабл. Доты, может, добьем. Ёбаный. Давай, 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 бабл. Живите! Да не, не добью. Не... Вот не один добью. Только бабл нажал. Сейчас. Ой, блядь. Пончик, объясни своему брату, что посередине стоят хилы. Я очень часто не доставала танков. А, ну это слава, что ты здесь. Я ему сказала. Надо... Короче, этот сказала. Пол, этот пол, все молчите, пожалуйста. Я все скажу, кому выбегать и что делать. Кто, блядь, будет тупить, я кикну во время пула, нахуй. Встали, побежали. Доброй охоты. А что, стаки? ДПС вообще поражает. Вы сами глаза разуйте, если вы видите, какая-то спора далеко слева стоит от босса, то ближняя бежит в круг, а дальняя бежит в звезду, чтобы вы успели поставить, и люди сбежались, блядь. Дальняя метка не должна бежать в круг. И две метки из мелизона, одна из них должна выноситься. Что за ДПС, нахуй? 5К, 6К, блядь. Да люди тупят, блядь, они не, блядь, они смотрят, а, спора, куда, блядь, зачем? Они не понимают, куда бежать, они не видят, что нету где-то спора, где-то далеко она не успевает в дальнюю метку. В итоге выносят, сносят две в одну, блядь. Получают лишний урон. А дальние не сбегаются и дохнут. Ну, еще раз для тупых. Включите, блядь, глаза. Хотя бы. Сделай по-другому. Для них проще будет, знаешь, как под босса все сбегаться, нахуй, и ловить. Нам сразу. Не прохили. Хуй там пососать. Нам реально так же делаем с Герой. Так же делаем с Герой, с пула первую не сносим. Дайте рез. Пожалуйста. Что непонятного может быть для пуга на этом боссе? На трех случайных людей в рейде кидается спора, блять. Она над головой такая, сука, крутится, блять. Нужно снести одну в звезду, одну в кружок, одну под боссом для миликов. Это что, блядь, так сложно сделать? Надо с три раза снести все. Если вы снесете нормально, блядь, никто не сдохнет при первой гнили, второй раз нам не надо будет их для второй гнили. Синдай, Глазови, ВВДиси плюс в рейд. Ресните меня. Вы что, дурачки что ли, или что нахуй? Оба. Не тупите. Чтобы не сдохнуть на этой гнили, надо словить три споры, чтобы вокруг вас 10 метров было от споры, чтобы вы в это расстояние зашли, где споры это на человеке висит. На вас кинется вот. Дебаф. Они были в метке, они словили. Коварик, дай шкаф. Они блевали. Чтобы не блевать, нужно соблюдать раньше 10 метров. Так, сейчас я включу рейндж. Вы, если вы все в одну точку встанете, мы вайпанемся при первом губительном газе. Губительный газ кидается на трех случайных людей. Если кидается больше, чем на трех, то это значит, кто-то из вас долбоёб. А как, ребят, принудительно радар включить? Ну, ДБМовский. Пишешь просто рейндж и все. Давайте мазбафа. Рыбу поставили. Что-то споем добавку.